пришли россияне, забрали машину, понимаете, вот, видите, что они с ней сделали. Забрали деньги, поставили меня на колени, засунули автомат в рот, жену били, вон она вся синяя, понимаете, говорят, сейчас, говорит, если сейчас не отдадите деньги и ценности, мы ее изнасилуем, а его убьем на твои глаза. А ты, говорит, знай, говорит, но тебя уже не будет, что потом мы убьем и ее. Мы все отдали, у меня забрали все с дома, вот все, что ценно, они забрали все, абсолютно. Там эти российские ублюдки были на Донбассе, и сюда они приехали, понимаете, да. Я вот уже жене говорю, или вообще из страны уезжать, продавать все. Офис разграбили полностью, у меня собаки, у меня коты бездомные, которых позабирали, я с Донбасса их вывез, там не бросил их. Да, я живой, я живу, а как жить дальше? У меня все родственники прошли через концлагеря. Бабушка в Холокост, Сережки, которые даже немцы не забрали, фашисты. А это хуже фашистов.